Городской репортаж. Совсем недавно балашихинская команда «Олимпиец» завоевала кубок международного турнира Юрия Ляпкина. Ребята буквально вырвали свою победу у словаков со счетом 6-5. Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Спортсмены активно готовятся к предстоящему ответному матчу, который скоро пройдет в Словакии. Честь балашихи поедут отстаивать старшие товарищи недавних победителей – олимпийцы 2003 года рождения. Ребята уверены, у их команды есть все шансы на победу. Коллектив хороший. Каждый год приходят, уходят ребята, но дружим, общаемся все, рассчитываем только на победу. Соревнования пройдут в городе Побратиме Мартин с 10 по 12 февраля. Помимо хозяев турнира, в числе наших соперников еще три команды из Словакии и хоккеисты из Белоруссии. На одну из завершающих тренировок с напутственными словами от главы города Евгения Жиркова приехал его заместитель Сергей Чебан. Ждем вас победителями, за вас переживаем, за вас болеем, меньше травм, хорошей игры. По словам тренера команды Михаила Шикина, ребятам к победам не привыкать. Мы ездили в Белоруссию неоднократно, мы всегда занимали первые места. Мы вообще этой командой все турниры практически всегда выигрывали. Здесь-то вот три раза участвовали на Кубок Ляпкина, все время были первыми. На чемпионате области тоже были первые, вот эти возрасты. Бывает, у нас ничего не получается, все. А бывает, раз, и прям любо-дорого посмотреть на них. Ну и потом дети, это эмоции. Это игра. Результативной игры и ярких побед олимпийцам пожелали Екатерина Мантуленко и Александр Спицын. Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.